Отдых на Волге – это не только купание. Игра в футбол, волейбол, пляжный теннис. А для любителей индивидуальных занятий – растяжка и зумба. Все это – бесплатные тренировки «Самара в движении». Антон Лесников – человек спортивный. После работы приехал поиграть с друзьями в пляжный волейбол. Я уже взглядом поймал. Рассказывает, это счастье для души. А еще отличный способ избавиться от стресса. На поле абстрагируешься от городской суеты и наслаждаешься процессом. Антон говорит, все проблемы сразу уходят. Даже если сильно напрягаешься, устаешь, все равно получаешь положительные какие-то эмоции. Вот именно душа расслабляется, отдыхает, это просто кайф. Бывают такие моменты, даже за счетом не слежу. Проигрываем, выигрываем, просто наслаждаюсь игрой. За порядком на площадке следит Олег Храмов, опытный судья и тренер. Существует стереотип, что волейболисты должны быть высокими. Мужчина говорит, рост не главное. Важнее сила, скорость и ловкость. Одним словом, физическая подготовка. Однако без смекалки тоже далеко не уедешь. Прежде всего, игрок должен обладать определенным мышлением, понимаете? Ребята становятся первый раз, и, допустим, в одну команду, и видно, кто правильно выбирает позицию, кто правильно оценивает ситуацию. Волейбол этому учит. Физкультурно-оздоровительная акция «Самара в движении» продлится до конца лета. В этом году в Самаре работает сразу несколько площадок, где проходят бесплатные тренировки. На площади Куйбышева, в парках Гагарина и 50-летия Октября, на пляже под Первомайским спуском и на второй очереди набережной. Активностей, как говорится, на любой вкус и цвет. Если испытываете гнев, поможет успокоиться боксерская груша. Кричите на нее, высказывайте обиды, бейте. Мы впервые в этом году установили ринг. И на ринге проводятся занятия бесплатные для любого желающего. И кроме этого, по субботам организуются матчевые встречи сильнейших боксеров города Самара. А чтобы закрепить результат, идите на растяжку. По словам специалистов, такая тренировка поможет расслабиться и успокоиться. А еще хорошо влияет на сон. Забываем дышать. Однако есть тренировки, которые особенно полюбили жителям и гостям города. Самая большая загруженность у нас на танцевальном фитнесе. Zumba Sensation. Есть любители стретчинга, функционала, которые тоже также приходят к тому или иному тренеру. Наша локация отличается тем, что тренировки проходят на солнышке, на свежем воздухе. И рядышком у нас есть Волга, где можно после тренировки также искупаться. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.